вспомнить батьку Кондрата. Так прозвали Николая Игнатовича земляки. На его малую родину приехали его родственники, коллеги и друзья. Цветы к могиле политика возложил глава региона Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Кубанцы запомнили Николая Кондратенко как грамотного руководителя и патриота своего края. Можно по-разному относиться к его способам и методам, но то, что он безгранично любил свою землю, он искренне верил в то, что он делает для своего народа, для своего края, для страны и приносит ему благо, вот в этом спорить нельзя. Это патриот с большой буквы. И он делал все, чтобы сохранить землю, сохранить народ кубанский, чтобы он был сытым, чтобы он был счастливым. До последнего дыхания делал. Невзирая на оплённое и сильное сопротивление, потому что, когда он был губернатором, непростые, далеко не простые годы были для и для нашего края, и для всей страны. Но он смог. Смог сохранить и передать нам неразграбленную и богатую Кубань. Он сохранил село. А сохранив село, по большому счету, он сохранил Кубань. И действительно, мы наследство от него получили не разграбленную, а живущую Кубань. Николай Кондратенко прошел путь от простого сельского работника до яркого политика. В декабре 96 года он триумфально победил на губернаторских выборах. За него проголосовало 82% избирателей. И именно батька Кондрат был первым удостоен медали «Герой труда Кубани».